Депрессия – это когда человек грустит. Ну, там батюшка захотел машинку, Хонду, но на управление. А мама не купила. Ну, шел человек по улице, и его машина грязью облила. И он грустит. А есть даже светлая грусть. Грустит то, что что-то приятное закончилось. Это человек, когда он не выходит на улицу и грустит. Депрессия – это, наверное, и какой-то механизм. Человек в школе, например, сделали двойку, и он грустит. Ну, есть такой еще конь, какой плюс конь. И они застарели, только потом она превращается сразу в машину. Чтобы поднимать настроение, нужно вызывать шутов. Ну, там, шутить. Шутки смешные. Надо смеяться, быть веселым и радостным. Нужно смотреть смешные мультики от депрессии. Депрессия – это когда жизнь, боль и грусть. Чтобы отогнать от депрессии, нужно говорить: «О, Вася!»